Только всевозможные рыбы водятся. Это твой шанс. Я в тебе не сомневался. Не вижу ни одного сигнала. Может, у нас радар сломался? Может, в зоне его действия просто нет рыбы? Сниму. Держитесь крепче.
Наконец-то настоящая рыбалка. Наверное, это сон. Еще немного, и я сам усну. Обалдеть! Молодец, Нок. Ты молодчина! Thank you.
водой! Она порвется! Получается все лучше. Вид прямо как в той ролевке, ну, в которую я зарубался. Снимай отсюда. Так, снимаю. А, давай я это сниму. О, какое клевое освещение. Снимай отсюда. Так, снимаю. Сейчас сниму. О, какое клевое освещение. Oh.
Давайте включим свет. Давай. В ваших овощах весь город говорит. Можно я возьму у вас чуть больше? У вас замечательные овощи. Мои повара и клиенты будут в восторге. Вот ваши деньги. У вас замечательные овощи. Мои повара и клиенты будут в восторге. Если у вас останется часть урожая, я непременно куплю. Иногда скучаю по друзьям. Вот бы снова с ними повидаться. Остановимся на ночь. Мягкие постельки! А вот это неплохая. Я знаю, мне тоже нравится. Да. Твое оружие готово и ждет тебя.
Готовы к приключениям? Ага. Тогда вперед. Слушай, Накт, такое дело. Может, подскажешь, что мне пофотографировать? Пофоткай меня. Да с удовольствием! Без проблем! Эй, ты чего? Я пошутил! Может, я уже спрашивал, Эбони действительно такой вкусный? Может, я уже отвечал. Да, действительно. Thank you.
всю задницу отсидел. Кажется, я ходить разучился. Да тут просто шикарный ассортимент! Рай для такого технофила. Вот вы где. Будьте готовы к большому сюрпризу. Как у вас дела? Может, перекусим? И я тоже! Давай с нами! Это всего лишь вы. Не хотите перекусить? Эти мерзавцы намного крови попортили. Счастливо! Ух ты! Сколько же тут... Всячины, а? Как же тут жарко.
А ты рубашку сними. Как ты? Нет уж. Что, стыдно показывать такое тощее тельце? Есть у меня мускулы. Просто их не видно. Ну, как скажешь. Да ладно. У нас получился отличный снимок. Ого! Чтоб меня! От такой красоты я чуть в обморок не упал! Держи свою сенсацию. Ха-ха-ха! Но я не могу это напечатать! Нас же и дети читают, а их родители потом меня по судам затаскают. К тому же, она обитала в картине, так? Откуда мы знаем, что она не переселилась в эту фотографию? Этот снимок будет преследовать меня. Лучше я его спрячу. И это после стольких хлопот? Слушай, я в любом случае вам заплачу. Вы же выполнили задание. Я даже увеличу вознаграждение. Я ищу себе очередную сенсацию. А вы чем заняты, ребята? Эй, как дела, ребята? Эй, что нового? Я ищу себе очередную сенсацию. А вы чем заняты, ребята? Что дальше? Поговорим с местными? Пусть Нокт решает.
Пошли в магазин. Неплохая мысль. Ты с нами? На юге рядом с Лангвайтом повышенная сейсмическая активность. Дэйв и его охотники уже выехали. Странно это все. Раньше в этих краях совсем земля не тряслась. Это многих тревожит. И меня тоже. Неудобно чинить машину, если она трясется. Я надеюсь, вы с Дэйвом что-нибудь сделаете. А давай зайдем в воронье гнездо. Хочешь растолстеть? Тогда конечно. Ой, да знаю я. Ваше охотничье чутье привело вас сюда. Думаю, что с этими землетрясениями не все так просто. Все мои охотники уже пытаются выяснить, в чем дело. Мы даже попросили о помощи одного парня из Галдина. Его зовут Дина, и он просто профи. Он уже нашел какое-то подозрительное место. Предлагаю осмотреть его. Похоже, меня разоблачили. Я здесь не повар, а осведомитель. Я думала набрать тут ингредиентов, но сейчас не самое подходящее время, чтобы затариваться продуктами. Если причал пострадает от землетрясений, наш ресторан разорится. Эту проблему надо скорее решить. Так-так, это же инспректисно. Дэйв, наверное, уже все рассказал, но я тут готовлю репортаж про землетрясение. Раз уж мы такие добрые друзья, то я скажу так. Ходят слухи, что дело в самой горе. Эта дамочка из Инсомнии, Моника, уже собирает для меня информацию по горе Лонгвайт.
Посмотрите, кого к нам кёрлы занесли. Вас тоже интересует землетрясение? В общем, я тут просматривала старые статьи по биологии и нашла кое-что интересное. Пик Лонгвайт. Детка, это потрясающе! Я просто обязана посмотреть на него поближе. Это Кенни Кроу. Ноктис, ты это видел? Эти землетрясения насмерть перепугали гуппи. А может, их распугала какая-то новая рыба? Не знаю, что вызывает эти землетрясения, но, наверное, это что-то серьезное. В любом случае, я собираюсь ловить рыбу. И если будет хороший клев, тебе я об этом скажу в первую очередь. А, я вижу, вы тоже вышли в поле. Неудивительно, если учесть масштаб этого инцидента. Мой приятель Дина ушел искать сенсацию. Хоть это и опасно. Представьте себе, как поднимется тираж. Я слышал, Лонгвайт упоминается в старых легендах. Мифы прошлого оживают в настоящем. Читатели будут в восторге. Тысяча демонов! Как тут прикажете работать, если инструменты слетают с полок? Ко всем чертям! Столько лет тут живу, но таких землетрясений здесь никогда не было. Это мне не нравится. Ох, от этих толчков у меня спина болит. От этих землетрясений меня в дрожь бросает. Тут даже супа не сваришь. Боишься, что кипяток разольется. У меня еще остался бульон. Но если толчки не прекратятся, не знаю, как готовить. Принц Ноктис, я слышал, ты ищешь причину землетрясений. Знаешь что? Я тоже ищу. Я прочитал дневник дедушки, и там сказано, что с горой связана одна легенда. Но, к сожалению, больше дедушка ничего не записал. Но знаешь что? Еще он нарисовал черепаху. Дедушка был не только умный, но еще и рисовал хорошо. Узнали про землетрясение и приехали, чтобы разузнать все на месте. Плохо, что столица совсем рядом. В дневнике Джареда есть ответ на любой вопрос, но не на этот, если не считать легенды про Лонгвайт. Там говорится, что вроде бы раз в несколько столетий гора просыпается и при этом трясется. Больше мы ничего не знаем. Да это же мои любимые охотники. Тоже из-за землетрясений приехали. На электростанции полная боевая готовность. Кто-то предположил, что эти толчки связаны с метеоритом. Компания предложила награду тому, кто раскроет эту тайну. Я так думаю, лишние деньги мне не помешают. Выпить бы сейчас холодненького.